Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за публичное осквернение символов воинской славы России. По данным следствия, 21 апреля этого года неизвестные лица на Моравской площади в городе Брно Чешской республики разрисовали краской постамент памятника советским воинам-освободителям. Указанный памятник был установлен на этом месте в 1955 году в честь освобождения города от фашистов. Местные жители Всегда уважительно относились к монументу, и в этой связи особенно нелогичным выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом. Следственным комитетом России принимаются исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, направленные на установление причастных к этому преступлению.